городе Битлис. Сзади меня находится Битлисская крепость. По преданию, она была построена еще Александром Македонским. И именно здесь засел его полководец Лис. Ну, собственно, продолжалась эта идиллия недолго, так как Лис вскоре восстал против Александра. И так и родилось название крепости, а затем города Битлис. Ну, с персидского «плохой лис». Получилось так, что даже сам Александр, великий и величайший завоеватель всего мира, не смог взять крепость. Что касается Битлиса в более поздние времена, то город упоминается в эпосе «Сосунцы Давид», и один из героев этого эпоса, Мгер, как раз отсюда. Там он называется «Город огненных лошадей». Кстати, корни великого армянского писателя Уильяма Сараяна также из Битлиса. В 1964 году Сараян посещал Битлис, дабы ознакомиться с наследием своих предков. Мы доехали до города Муш. Первое, что нас поразило, мы въехали сюда ночью, это, конечно же, отсутствие практически полное освещение для постсоветского пространства, относительно благополучного в плане советской электрификации. Ситуация совершенно невероятная. Такое ощущение, что местные ложатся спать, ну не знаю, в 9-10, посмотрев буквально «Спокойной ночи, малыши». Но не суть. Сейчас сзади меня старый армянский квартал. Мы видим, что квартала здесь совсем немного. Он практически полностью был снесен. Вон там вот здание, можно посмотреть. И еще одно здание осталось буквально сзади меня. И все, на этом все. Турецкое правительство его снесло, построив на месте армянских домов, вот, но новостройки. Вот, по легенде, пытались найти золото, вот, которое было то ли в одном из домов, то ли в подвале, то ли даже в могилах, которые пытались всячески окупить строительство новых домов. Непонятно, нашли или нет, об этом никакой информации не сохранилось на данный момент. Но есть информация о том, что, возможно, квартал будут достраивать и реставрировать. Поток армянских туристов, так сказать, обязывает. Капитализм. Говорят, вот этот дом принадлежал предкам бывшего мэра Еревана, недавно снятого Тароном Аргарян. Именно из-за этого дом до сих пор здесь и стоит. Говорят, бывший мэр попросту доплачивал курской семье, которая проживает в доме, чтобы, ну, она поддерживала в нормальном состоянии относительно и не съезжала. А это у нас Сулунский мост, названный так по недалекому отсюда селу Сулун. Село известно тем, что именно там умер Георг Чаушин. Течение здесь достаточно сильное, обратите внимание, река не очень чистая, и очень недалеко отсюда она впадает в Аракс. Река называется Арацани, также она известна как Восточный Евфрат. Кстати говоря, Мужская долина достаточно плодородна, здесь много водных ресурсов, здесь хорошая земля, соответственно, здесь все условия для успешного земледелия. В этом ее часто сравнивают с Араратской долиной, но, кстати говоря, сравнение шло и по другой линии. И Мужская, и Араратская долина на протяжении долгих веков были своеобразными культурными центрами армянской цивилизации.